In November, we drove to Kupiansk, a town located 13 kilometers from the front line. In the first week of the invasion, the city was captured by the Russians. Красили, они смотрели им желто-блакитный цвет, они как трусило. Ну, вот осталось вверх белый, и потом было белый и синий. А мы перекрасили желтый, синий, ну, кусочек белого остается. Белый остается. Мы краску экономим. After 6 months of occupation, they were liberated. Still, people are moving out of this city because they don't have access to running water and warmth, while a cold winter is coming. We visited an organization which is cooking meals for the people of the city. Вы пришли только 3 недели. Да, а раньше кто здесь готовил? Никто. А, не было. Тут вообще ничего не было. Мы как бы решили, потому что знаем, что тут не было ни светла, ни працювало. А не было светла даже? Не было. Мы сейчас... Только дали примерно неделю назад. Вода. Вот в этом районе. Воды вообще тут немає. А воду, школу как? Воду вы снимаете нам... этот? И вы ну, мы арендуем просто. Кухню. Арендуете да, этот? Да, просто кухню. Школы нет? Просто... Ну да, кухню. Да. Воду именно годуємо тут, то есть у нас є, дивіться, время, де ми розвозимо по вулицях, за це у нас 9:41. То ж час, то ви починаєте працювати вже где-то з 7? Ні, із 4. Ні. They start to work from 4 a.m. Із 4 утра ми починаємо. А хто приходить? Приходять люди, військові в нас, хто нуждається, приходять, беруть собі їжу, беруть на сім'ї, беруть на вулиці. Живете? Живемо здесь, да. О, извините. Ой, шеф-повар. Живет в таком месте, куда люди приходят и кушают. Уволят за это. Я говорю, ну так, 3 недели у меня пожил. Вы волонтеры? Да, 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 мы в основном местные. Но и вы здесь живете? Да, да, да. И вы живете здесь тоже эти 8 месяцев войны? Да, и при оккупации, и при деоккупации. Да. Потому что я дважды была в милиции, второй раз в милиции, и еще при России я просто оттуда выбирали. Людей тоже вызволялись на ручку. И били их, обижали. А как долго была оккупация? Оккупация я с 26 февраля по 10 сентября. Или по 10 6 месяцев, сентября. Да? Полгода. Полгода, больше полгода. A company or an organization helped us. Children made drawings in the books. Just something small, but it's also to give hope to the people and children because they're living in difficult situations. Значит, сейчас больше людей будет. А если мы думаем, как можем помочь зимой, потому что зима идет. Как что бы вы подсказали? Как мы можем помочь зимой? Ну, зимой как бы вы, ну, во-первых, продукты, овощи. Вы какой-то обогрев, обогреватели какие-то электропростыни, электроодеяло, как бы свет есть, чтобы людям было максимально. А как часто выключают свет? Вы знаете, свет, ну как бы вот не выключали, но просто когда днем нагрузка, люди включают, очень падает напряжение. Да. Потому что как вчера дали мы девочке, собрала я рюкзак игрушек, она берет эти игрушки и кажет мне, ой, мне треба эту игрушку, мне треба эту игрушку. Потом она каже, усі вони згоріли. Ну у меня все. So we have a few heaters, electrical heaters. Нам осталось несколько обогревателей. Shall I put them there? Спасибо большое. Можем поставить. The organization we visited are feeding 2,000 people a day in Kupiansk. Beside that, they are feeding thousands of others who are living in liberated towns in Kharkiv region. Ну, кто-то сказал, чтобы не переезжать. А, не, Opel был, смотри.